Если вы помните, Рубен Вартанян хотел включить Армению в состав России со статусом Татарстана. Это не получилось. Теперь он предпринимает то же самое в Арцахе, так как, естественно, местное население захочет это. Это понятно. Лучше быть в составе России, но ведь мы все понимаем, что Нагорный Карабах не может когда-либо быть в составе России, исходя именно из интересов России. Потому что это будет значить, что Россия испортит свои отношения с Турцией, Азербайджаном и множеством других стран. Поэтому я понимаю, почему Рубен Вартанян поехал туда. Он сделает там много хороших дел, будет заниматься благотворительностью, поднимет свой рейтинг. И есть старая протоптанная тропа. Когда из Нагорного Карабаха приходят к власти здесь, в Армении. Иными словами, он готовится прийти к власти на следующих выборах в Армении. Знаете, какую проблему он решает отказом от российского гражданства? Согласно действующей конституции, запрещено с двойным гражданством избираться в президенты или премьер-министры. Отказываясь от него, он также решает эту проблему. И это представляется очень красиво.